Приветствую, друзья! Приветствую, сообщество! Хотел всем покупателям камней сообщить, что все, карантин закончился, опять активная фаза, и нарезал все заказы, которые не были реализованы в период карантина. Ну и хочу коротко пробежаться на том, что есть сейчас и что в ближайшее время появится. Ну, прежде всего, начал больше нарезать бруски длиной 20 сантиметров, спрос растет. Многие для себя открыли тот факт, что их точилки поддерживают подобный формат. Но главное то, что подобным бруском работать, ну, во-первых, быстрее, а во-вторых, комфортнее. Особенно на финишном этапе работы на камне, когда вот важно сделать движение вот буквально в один проход, но по всей линии РК. Так, что есть на сейчас? Ну, во-первых, была небольшая заминка, приехали арканзасы, которые харды, которые транслюценты, которые бировского периода с мишкой, не знаю, здесь, наверное, видно. В принципе, большинство камней, которые я нарезаю, из того, что было сделано Нортоном, это, в принципе, бировский период. Тут видно вот на Индиях, видно на больших Индиях, на кристаллонах. Так вот, приехали белые харды арканзасы транслюценты, причем и белые, и черные. Вот кто спрашивал, в наличии можете заказывать. Так, значит, есть 4 вида вашит. Lily White Soft, Lily White Hard Fine и такая же история с номером 1. Из новинок, кстати, вот нарезал вот такой вот камушек. Это финский камень Вестивики. Кому интересно. Довольно крупный и довольно интересный камушек. Встречается не часто. Так, есть байкалиты, есть белоречиты. Причем байкалиты есть узкие, белоречиты есть узкие. И, кстати, вот кто просил, нарезал узкие тамошантеры и, кстати, вот разные другие камушки. Вот, кому интересно, спрашивайте, буду по факту отвечать. Так, что еще? Нарезал яшму, нарезал лин и двал. Кстати, о зайцах. Значит, есть треугольные бруски Индии и байкалита под спайдерка триангл. Так, что еще? Ну, в принципе, ассортимента плюс-минус, кто знает, у меня стандартный. Да, это винтажные камни Pike Norton, это англичане, это бельгийские сланцы. Если брать Россию, да, это байкалит, это белоречит, это яшма. Ну вот, то есть, ну, большинство камней, в принципе, довольно известны, и они в постоянном ассортименте. Вы их можете увидеть на прилавках магазинов. У меня довольно много покупают именно магазины. Ну вот, в Украине, наверное, почти все. Вот. Так, да, что еще, на чем хотел сделать акцент? Скоро будут порезаны бритвенные камни. Особенные бритвенные камни, это будет Эшер, это будет порезанный Yellow Lake, Dalmar Blue, будут твердые тюрингийцы. Так, ну и на самом деле довольно много других. Буду по ходу записывать видео, ну или кому удобнее, можете следить за этим в Instagram. Так, ну так вроде бы по основным пробежался. Вроде все вспомнил. Так, значит, ну, кому интересно, пишите на e-mail, сориентирую по цене, по срокам, по цене доставки и так далее. Рассылка уже освоена в 24 страны мира. Она сейчас недорогая, довольно оперативная и вполне аккуратная. Поэтому можете заказывать. Собственно, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем интересные и успешные заточки. Ну и, конечно, мира и гармонии. Пока!